Добрый день, дорогие друзья, наши подписчики, наши клиенты и конкуренты. Всем привет из солнечной Алании. Вас приветствует компания Arbat Homes и я, ведущая нашего YouTube-канала Татьяна Пекер. Сегодня на повестке дня русскоговорящий район Алании Махмутлар и квартира с мебелью и с техникой, двухкомнатная, стоимость 71 500 евро. Может быть, и стоит поторговаться. Комплекс расположен на улице Ататюрка, а это значит, что вся городская инфраструктура в пешей доступности. На первом этаже нашего комплекса имеется магазин или маркет, мы говорим, напротив. Также есть маркет и мясная лавка. Так что много времени для покупок вас не займет. У меня к вам просьба, дорогие мои, пожалуйста, напишите в комментариях, нравятся ли вам квартиры с мебелью или без мебели. Спасибо за обратную связь, а также за лайк или дизлайк. Не забываем подписываться на наш канал и жду вас в квартире. По традиции начинаем обзор с холла. Дверь, смотрим, надежная. Дальше в планировках 1+1 редко бывает коридор. А здесь мы видим коридор, куда уже установлен у нас шкаф. Вот такая секция и, собственно, шкаф с полочками и стиральная машина находится здесь же. Дорогие мои, здесь у нас небольшой коридор, который ведет в спальню. Тут же общий санузел и, конечно же, гостиная, совмещенная с кухней. Напишите, кстати, в комментариях, кому нравится отдельная кухня или американского типа. И уже исходя из этого, мы будем, соответственно, для вас снимать. Моя любимая угловая кухня очень удобна. На самом деле, это не только мое желание и пожелание, это более практично, скажем так. Вся бытовая техника, которую вы видите, в стоимость входит это и холодильник, и посудомоечная машина. Про стиральную машину я уже упомянула. Электрическая варочная поверхность, вытяжка, аспиратор, называю я, и духовой шкаф. Два кондиционера новых в стоимость входит, так же, как и новая бытовая техника. Здесь у нас установлена зона на 4 персоны. Вот сейчас мы с оператором как раз поговорили относительно того, нужно ли быть здесь этому столу. Вообще, в принципе, да. Но вы не забывайте, что мы живем в Турции и в Алании, и, скорее всего, вы будете завтракать, обедать и ужинать вот там, на балконе. Дальше смотрим. Зона отдыха отличный, мягкий, в теплых тонах оформленный угловой диван. Дорогие мои, общая площадь квартиры составляет 65 квадратных метров. Вы знаете, что в Турции площадь меряют немножко по-другому, куда входят и стены, внутренние и внешние. Это и балкон, и ванная комната, и кусочек и лестничной клетки. Очень понравилась эта квартира, оформлена в светлых пастельных тонах. Только в гостиной у нас два панорамных окна, и благодаря этому комната кажется еще светлее и больше. Это у нас сторона западная. Отсюда виден великолепный вид на море, открывается. Также очень радуют потолки. Подвесные потолки и точечное освещение. В принципе, люстру никакую сюда уже вешать не хочется. Мы видим, что здесь у нас есть журнальный столик симпатичный и телевизор. Все новое, дорогие мои, вам нужно будет только поставить сюда модем и купить ложки и вилки. Поехали дальше. Как вы уже заметили, квартира новая. В квартире никто не жил. Год постройки 2018. Мебель, техника новая. Шкура медвежья также новая. Мы выходим из гостиной. И здесь у нас общий санузел. Просторный, квадратный. Абсолютно присутствует все. И, наконец, родительская спальня. Также квадратная. 3,5 на 3,5, так скажу. Мебель также вся новая. Шкаф присутствует. Две тумбочки, двуспальная кровать и вот такая интересная деталь с подсветкой. Кондиционер не забываем. И окна выходят у нас на южную сторону. А это значит, что летом у вас будет всегда тепло, дорогие мои. Встречаемся на балконе. Итак, дорогие мои, подводим с вами итоги сегодняшнего обзора на просторном балконе с видом на море и на горы. Дорогие мои, такая красивая панорама. Просто хочется здесь постоянно сидеть, кушать, чай пить и вот этим вот наслаждаться. Вы знаете, мы доживаем последние денечки сентября. А знаете, сколько у нас градусов? 27-28. Это самое классное время, чтобы приезжать сюда, покупать недвижимостью и наслаждаться, сидя здесь, вот этой красотищей. Итак,
что мы с вами сегодня смотрели. Квартиру двухкомнатную, 65 квадратных метров, в доме, который был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Квартира находится на 6-м этаже, всего у нас один блок и 10 этажей. Иностранцы здесь проживают, так что чужаком себя здесь чувствовать не будет. Местоположение, район Махмутлар, улица Ататюрка. Здесь не шумно, потому что у нас не нижний этаж. Вся инфраструктура в пешей доступности. Напротив мясная лавка, магазин. И под нашим домом также имеется магазин. И чуть-чуть подальше я уже вижу остальные сетевые маркеты, которые вы знаете, наши местные производственные турецкие бренды. Итак, на экране вы видите номер телефона. По WhatsApp, по Viber пишите, задаете вопросы, бронируйте, покупаете, приезжайте, и будем с вами знакомиться. Стоимость 71 500 евро, кратенько об инфраструктуре. Открытый бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал, теннис. Можете поиграть также на нулевом этаже, это детская площадка, это открытый бассейн, да, уже сказала. Территория небольшая, но очень ухоженная, красивая. Так что, дорогие мои, 175 лир айдат. 71 500 евро. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.